Саженцы гортензии крупнолистовой мираж, мвайразх, высокий и пышный куст, разрастается в диаметре до 1,5 метров. Стебли прямостоящие, прочные, с большим количеством листьев. Первые соцветия появляются только на второй год после посадки, на одеревеневших стеблях. Они имеют необычное оформление, в центральной части находятся недоразвитые лепестки, внешне напоминающие тычинки, а ближе к краю они увеличиваются, достигая размеров 2,5-3 см. Лепестки желто-розовые, смотрятся очень нежно и оригинально. Для обильного цветения куст нужно регулярно поливать, почва должна быть плодородной и хорошо дренированной. Гортензия крупнолистовая мираж – это многолетнее растение высотой 160 см. Кустарник лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, живых изгородей, газонов и может достигать до 150 см в диаметре. Гортензия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола гортензия крупнолистовая мираж можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – высокорослый. В качестве места выращивания гортензии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает гортензия крупнолистовая мираж в месяц июль, август, сентябрь. Цветок окрашен в розовый цвет. Интересные цветы гортензия могут быть до 3 см. Лист этого прекрасного растения по форме яйцевидный. Весенний окрас листочков зеленый, летом цвет листьев зеленый, осенью цвет листьев зеленый. Обратите внимание, что гортензия крупнолистовая мираж, самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.